Более 600 молодых людей и девушек получили приглашение на ежегодный новогодний молодежный бал. Это лучшие ученики образовательных учреждений Ленинского района, которые проявили себя в учебе, в спорте, искусстве. И особенно радует, что с каждым годом их становится все больше и больше. С каким настроением пришли на молодежный бал 2018 его главные герои? Я думаю, что сегодня будет грандиозное событие. Громкая музыка, хорошее настроение и море эмоций. Всем очень весело, все развлекаются. И, по крайней мере, не одни только танцы, еще и как живая музыка. Это очень даже интересно и заманчиво. В этот раз молодежный бал решили провести в стиле техно-минимализма. Так, на втором этаже Дворца спорта в зоне интерактивных игр царил полумрак. Здесь были установлены различные световые инсталляции и геометрические формы, где в неоновых отражениях каждый желающий мог сделать необычные фото и интересные селфи. Конечно, вот это пространство, так хорошо оформленное, оно предполагает не только создание праздничной такой атмосферы, но и таких предпосылки и условий для хорошего общения между ребятами. Вдоволь пообщавшись, ребята с удовольствием устремляются на танцпол. Эпицентром праздника стала дискотека, которую открыл глава Ленинского района Олег Хромов. Желаю вам хорошего вечера. Вы классные, вы лучшие. Ура! После вступительного слова Олег Хромов встал за диджейский пульт и запустил первый трек. И вот самая долгожданная часть праздника началась. Тонны света, мегабайты звука, интерактивные экраны и прожекторы. Организаторы приложили все усилия, чтобы праздник стал незабываемым, а его участники повеселились от души. Очень важно, чтобы социальная коммуникация внутри класса, внутри школы, а вот у нас третий год практикуется на территории района, когда мы все общеобразовательные учреждения района, наш колледж в Москве, приглашаем в Дворец спорта, и ребята могут на себя посмотреть. Продолжалась вечеринка почти 4 часа, и стоит думать, она подарила ребятам чудесное настроение на все новогодние праздники. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошелева. Видное ТВ.